Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы Брандбю-Лион. В матче 4-го тура Брандбю взял непростую ничью в домашнем матче с Рейнджерс благодаря автоголу гостей в концовке первого тайма. Датчане неплохо провели матч, стойко держали оборону, получив неожиданное преимущество на ровном месте. Но уж больно много голевых моментов было у гостей, один из них они реализовали ближе к концу матча. Леон имел существенное преимущество в домашнем матче со Спарта, но для его воплощения в забитые голы понадобился целый час. Лишь на 61-й минуте Исламу Слимани удалось реализовать очередной голевой момент, и через пару минут он оформил дубль. Фактически на этом игра была закончена. У Спарты были реальные возможности, чтобы забить ответный гол, но не получилось, а под самый финальный свисток ткачи забили третий гол. Без учета результатов матчей на выходных, у Брандбю набралась серия из 5 матчей без поражений. Леон последние 5 своих матчей отыграл результативно. Брандбю надо этот матч выиграть, чтобы сохранить хоть какие-то шансы на выход в плей-офф перед последним туром. Французы уже вышли в плей-офф и могут ехать в Данию вторым составом. Сложно здесь угадать, насколько будут стараться гости, но хозяева, которые еще не потеряли небольшой шанс на плей-офф, могут воспользоваться ситуацией и попытаться хлопнуть немотивированного лидера. Что из этого получится, сложный вопрос. В национальном чемпионате обе команды идут в середине таблицы. Брандбю на 6-м месте с отставанием в 3 очка от 3-го места. Леон идет 10-м с отставанием 5 очков от 3-го места. Ну вот, можно здесь рискнуть, предположить, что немотивированный Леон здесь не выиграет. И скорее в умеренно забивном матче вот что-то по типу 1-1 или 2-1. Из связки ставок тотал больше обе забьют до 1х. Самый высокий коэффициент стоит на тотал больше 1.85. На 1х 1.78, на обе забьют до 1.69. Пожалуй, 1х здесь выглядит вполне уместно. Является выбором 2 из 3 с неплохим коэффициентом и перспективами. На роль доходного варианта здесь можно предложить тотал больше 3.5 за 2.94. Брандбю достаточно много забивает в национальном чемпионате, но в своей группе забил только один гол. Пора бы здесь посмотреть нам уже забивной матч, в котором обе команды запросто могут забить по парочке голов друг другу. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.